Афиша праздничных мероприятий на 9 мая. В Котласе праздник начнется с торжественного шествия колонн. Старт в 9.15 от торгового центра «Фрегат». Далее праздничная демонстрация пройдет по улицам Маяковского и Милетьева до Вечного огня. После возложения цветов к монументу в городском парке начнутся культурно-массовые мероприятия. Так, в 10 утра на территории бывшей танцплощадки заработает творческая мастерская молодежного центра «На привале». Здесь ребята смогут поучаствовать в различных мастер-классах на военную тематику, в выставке рисунков картины Победы, а также в интеллектуальной викторине «Помни». С 11 часов в Центре парка культуры и отдыха заработает фотозона «Довоенное фото» и «Полевая кухня». В открытом пространстве зала игровых автоматов откроется выставка семейных реликвий. Ровно в полдень на парковой сцене пройдут выступления духового оркестра, хора «Верность», а в 13.00 зрителей ждет концертная программа «Весна Победы» с участием лучших коллективов города. В 14.30 выступление группы «Коктейль». 9 мая в 14.16 часов Котласский краеведческий музей приглашает котлашан и гостей города на автобусной экскурсии «Улицы города рассказывают». Место сбора групп — Котласский драматический театр. Предварительная запись по телефону 3-15-34. В Лиминде праздничные мероприятия 9 мая начнутся в 8 утра с торжественного шествия старта Дома культуры. Колонны пройдут по улице Заполярная до мемориальной доски погибшим воинам на Советской 23, где пройдет ритуал памяти «Помнить сердце не забудет никогда». В поселке Вычегодский праздник начнется с легкоатлетической эстафеты. В 9 утра все желающие поучаствовать в ней соберутся в парковой зоне у Дома культуры. Праздничное прохождение колонн начнется в 11 часов от ЖД вокзала. После на площади ДК пройдет митинг в честь Дня Победы, а затем концертная программа «Весна Победы».